Sofía, las manos más tres. Ты пару слов сказать можешь ты мне? Да, да. Сегодня наш праздник, День Знамени. Весь мир отмечает этот праздник. Все, да, День Знамени, ребята, вот посмотрите, на доске написано День Знамени сегодня. Да, вы сегодня стали школьниками, первоклашками. Я вас поздравляю с этим праздником. Желаю вам удачи в учебном году, чтобы у вас этот год прошел как радостно, с успехами, чтобы вы учились только на одни пятерки и четверки, чтобы вы радовали своих родителей своими успехами, чтобы вы были смелыми, смышленными и умными детьми. Ну, конечно, у нас этот линейки у нас, к сожалению, не было, ребята, из-за этой болезни, которая называется ковид. Да. Но мы с вами еще об этом поговорим. Как мы будем себя вести, что мы будем делать, чтобы не заразиться, не заболеть этой болезнью. Так же, ребята? Да. Но сегодня мы об этом попозже говорим, а будем с вами знакомиться. И пожелаем нашим родителям тоже, чтобы они за нас не переживали, что у нас все будет хорошо и прекрасно. Да, ребята? Да! Спасибо. Сейчас родители... Прошла уж летняя пора, вперед учиться, детвора. Желаю вам на пять узнать и много умных книг читать. Молодец, молодец. Еще? София, вставай, скажи. Ну, вставай, скажи. Белка прыгала, скакала и на ветку не попала, а попала в царский дом, где сидели за столом. Царь-царевич, король королевича, больше спорта, да ты будешь такой, говори поскорей, не задерживай добрых и честных. Молодцы, молодцы. Давай тоже. Вставай, говори. Сегодня Петя просыпался 10 раз, потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой куртке отложной воротничок. Он проснулся ночью темной, было только 3 часа. Он ужасно испугался, что урок уж начался. Он оделся в 2 минуты, со стола схватил пенал. Папа бросился вдогонку, у дверей его поймал. За стеной соседи встали, электричество зажгли. За стеной соседи встали, а потом опять легли. Разбудил он всю квартиру, до утра заснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что твердит она урок. Даже дедушке приснилось, что стоит у доски. И не может он на карте отыскать Москвы-реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. О, хлопайте, хлопайте. Молодец. Двадцать 29-я школа, город Махачкали, один из лучших, первый Б-класс, первый класс. Первый А-класс, да? Так, в первом А-классе, наверное, есть одаренные
Девочки и мальчики. Все, есть? Все хорошие. Все так, хорошие. Стишок. Все кто красивые, может хорошие. Мне? Стишок. Дети. Подходите. Я не могу. Пожалуйста. Давай, рассказывайте. Какой стих знаешь? Расскажи, громко расскажи. Звонок звенит, пора учиться, и не стоит нам лениться. Поздравляю всех, друзья, снова первого сентября. Молодец, похлопайте. Кто-нибудь еще хочет? Кто-нибудь еще знает стихи? Кто хочет? Давай, иди сюда. Кто не знает, не переживайте, мы будем учить с вами стихи. Все будут... Пожалуйста. Танюша дел немало, Танюша много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дела, Таня ела, чай пила. Села с мамой, посидела, встала к бабушке, пошла. Перед сном сказала маме, вы меня разденьте сам. Я устала, не могу, я вам завтра помогу. Молодец, похлопайте. Похлопайте! Так, я вас слушаю. Я сегодняшним днем поздравляю всех наших детей, всех первоклассников, которые сегодня пришли и сели за парты. Желаю им больших, очень больших успехов. Как нам директор сказал, что это сегодняшний день, знаменательный день.
с сегодняшнего дня начинается вся их серьезная, взрослая жизнь. Им желаю больших-больших успехов. Конечно, их родителям радости от своих детей. Всем нашим коллегам, которые работают в школе, здоровья, благополучия, послушных детей, и воспитанных родителей и всего самого хорошего. Так, 29-я школа. Ну, все знаешь, да? Да. Уважаемые родители, дети, мы хотим поздравить от руководства начальной школы, да? От учителей всех начальной школы с великим праздником День знаний. Хотелось пожелать, конечно, здоровья, и чтобы все мечты наших детей, которых мы выпускаем уже, они сбылись. А те, кто только пришли, чтобы у них была радость и никакого огорчения, что они попали в школу, а только радостные будут. Дорогие родители, уважаемые, и любимые мои ученики, я так рада, что наступил 1 сентября. Поздравляю вас с праздником. Очень-очень жду вас завтра в школу. Здоровья вам и счастья. Так. Давайте я вам несколько стишков прочитаю, а вы внимательно слушайте. Мне дома не сидеть, не хочется играть. Хочу скорее учиться. Разрешите? Здравствуйте! Мы вас поздравляем всех с началом учебного года, а для вас вообще мы впервые перешагнули порог школы. Кто-то садик закончил, да? Я закончил. Молодцы. Сегодня у нас еще День знаний, поэтому первый ваш урок, первая ваша учительница. И понравилась? Хорошая? Да. Мы ее для вас долго подбирали, чтобы была самая хорошая у вас. Она будет стараться для вас как может, а вы должны отвечать своими хорошими знаниями. Делать уроки дома, приходить подготовленными и получать пятерки. Договорились? Да. Вам и вашим родителям, бабушкам, дедушкам мы все желаем крепкого здоровья. И помогать им. Обязательно. Да. Все, успехов вам, дети. Успехов. До свидания, здоровья вам. Здоровья вам. Похлопайте. Для детей часть речи. Все
всем я желаю здоровья. Самое главное в жизни, как бы банально ни звучало, это здоровье, остальное все приложится. У нас самая хорошая школа, у нас самый хороший директор, молодой, энергичный. Я рада, что я работаю в этом коллективе. Спасибо, и удачи вам! Салам алейкум. Вы как член родительского комитета, вот сегодня 1 сентября, День знаний. Что вы можете сказать? Что я могу сказать? Для детей и для родителей это был очень тяжелый год. Очень тяжелый год. Тем не менее, они работали, и преподаватели, и дети дистанционно. И хотелось бы, чтобы в этом году вот эти всякие болезни, которые нас охватило не только Дагестан, но и весь мир, чтобы ушли от нас. От нас подальше. Может, даже не желая даже на другие планеты. И в этом году первоклассникам успехов, здоровья, их начинания, чтобы первые шаги пошли только вперед. А другим ребятам желаю успехов и дальнейших пожеланий каких. Всех земных и небесных благ. Удачи вам тоже. И преподавательству составу, чтобы они добросовестно, как в прошлых годах, усилили еще больше свои силы и преподавали. Вы мне скажите фамилия, имя, отчество. Абдул Магомедов Нариман Магомедович, ветеран МВД, ветеран боевых действий в Дагестане, боевых действий за пределами государства. Вот. Являюсь... Салам алейкум всем. Вот это школу, которую мы с начала июня начали готовить. Новому сезону, 1 сентября, вот потихоньку своими силами, с техперсоналом, с педперсоналом, потихоньку, значит, сделали то, что мы можем сделать. Покрасили, побелили, вот, поменяли все, что нужно. Вот сегодня мы встретили 1 сентября, вот, запустили детей и начали учебный процесс. Поэтому я еще раз хочу присоединиться к поздравлению, поздравить родителей, которые привели детей в школу с начала учебного года. Вот. Поздравить коллектив учителей, поздравить всех, кто связан с образованием. И желаю удачи всем в новом учебном году. Спасибо.